Давайте я вам нарисую теперь поле вокруг этих цилиндров. Что мне чрезвычайно интересно, это то, что вокруг создается очень ровная сфера, круг. Это напоминает, когда мы замыкаем мудры определенным образом. Ну, например, ближе всего, наверное, сюда мудра, которую называют в аюрведе щит Шамбалы. Вот когда мы ставим вот так руку, мы получаем своеобразную сферу вокруг головы. Вот. И ощущение приблизительно такое же, немножко напоминающее, когда мы берем этот цилиндр. Интересно, а что если взять руки при этом и цилиндры? Вот если взять цилиндр и сделать этого мудру. Движение обратное. Вот меня сейчас вращает, прямо в обратную сторону поворачивает. Поменяю. Вот теперь выровнялся, да, теперь лучше. Для меня лучше это в правой стороне. Вот сейчас я чувствую, опять стал разворот, вот видите, меня вращает. Смотрите, как цилиндр будет управлять мной. Цилиндр вращает меня против часовой стрелки, я должен поворачиваться. Если я поменяю руки, меня вращает в другую сторону, я должен поворачиваться сюда. То есть меня разворачивает, а не вращает. А теперь попробуем другое. Я просто отпущу руки, чтобы они двигались так, как они двигаются. Вот я взял цилиндр, как держу. Вот, руки пошли. Они идут по своеобразной такой траектории. Вот сейчас идет прям, тянет назад, и поток пошел вверх, меня вытягивает вверх. Поток идет вверх, все сильнее, сильнее, сильнее. Вот теперь пошел вниз. Идет своеобразное такое изменение. Вот здесь я возьму и поменяю руки. Поменял цилиндры. Разные руки. Оп. Первое идет сразу же движение в другую сторону. Руки как бы выворачивают. Вот меня разворачивает сюда, руки выворачивает. Идет совершенно иное движение. И руки идут наружу. Не внутрь, а наружу. Вот, как бы выпрямляет, выворачивает, поток идет вверх. Очень сильный энергетический поток идет вверх, вверх. Руки выпрямляются, затем разгибаются. Интересно, если я отпущу так два цилиндра. Что будет получаться? Да, они так и идут, с каждой в свое место. Вот они становятся на свое место, вот видите, разворачивают меня именно так. Я не могу повернуться вот как-то к экрану. Вот в этом я не могу стоять так, я должен повернуться вот так. Вот меня разворачивает, вот энергия идет, и идет через цилиндры поступает, и меня вытягивает вверх. Вот, вот сейчас меня развернуло несколько, но цилиндры прямо притянуты к этому месту. Ни выше, ни ниже, ни вправо, ни влево. Вот идет подкачка. Каждый идет на своем месте. Теперь я чувствую, как у меня происходит подкачка позвоночника. Цилиндры идут вверх, вот энергия начала работать в голове. Теперь опускается вниз. Вот такие идут вибрации, как примерно при работе с чакрами, при медитации. И вот цилиндр выровнялся энергия, и цилиндры ушли сами сюда.